О, половина колхоза сидит. Вот нас сколько еще. Самый старший с нами не ездит. Это называется Джангуль. Природный парк. Парк природы. Чтобы сохранить природу, как она была. Ой, какая красота. Ну что, мы здесь встанем, да? Какает мальчик у нас, по-моему. Вот тебе и самый удаленный курорт Крыма, так сказать. Народу хватает. Ты упал прямо у воды, прям вот. Короче, Крымский полуостров почти как Канарские острова. Он, да, с разными рельефами, с разным климатом, потому что в Ялте другая там фигня, да? Там горы, там по-другому. Ну, все, тупик здесь какая-то, видно, тоже воинская часть, или что? Доставка пиццы. Ну, сюда. Пап, ну я сейчас не буду. Боже, на, лови. Ну, папа уже взял ответственность на себе. Надо. Кирочка. Пицца, маргарита. Пицца, пицца, пицца. Папа, вот это прям офигенная пицца. Пицца, маргарита, маргарита. Это вас и моя сложа. Да, мне тоже понравилось. Людей-то нету совсем, чё-то. Так-то. Все на футболе. Угу. Чё-то возмущается. Они новую построили? Новую, новую. Новую построили? Ее 3 года назад тут строили. Фига себе. Короче, тут столько сделали за эти 3-4 года, сколько вообще никогда ничего не делали. Так люди так и говорят. Но говорят, что дороже стало все. Ну, конечно, а как?
кибернетики, магазин современных технологий. Мама, выберу самую большую, самую крупную. Владимир Ильич Ленин. Ты такой хороший человек. Неплохой. Руки по локоть в крови. Не чавкаем. Море со всех сторон. И сзади тоже. Так что мы сегодня съездили и на Джангуль, и в Оленевку заехали. Ну вот мы и приехали. Пицца уже пахнет. Пицца уже. Еще.